Je vais le sortir pour nettoyer. Non, выходите, в квартиру там выходите. Анрюс, сортир, туалет. Сортир! Ребят, привет, экстренное включение из Сибири. Я сегодня хотел вам рассказать про свой велосипед, но расскажу про уникальный велосипед, который я увидел у французского путешественника, который едет через Омск в Японию, а потом в США. Ну, в общем, совершает кругосветку. Отчаянный человек. Вот. Ну, Геннадий. Гуэнаэль. Как его зовут? Гуэнаэль. Это Василь. Геннадий. Гуэнаэль. Это французский, да? Итальян? А, француз. Зовут нашего гостя Гуэнаэль? Гуэнаэль. 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 Геннадий, короче. Меня зовут Дмитрий. Вот. В общем, смотрите, на какой технике наш гость едет. Крейзи. Смотри, это все сворачивается. Тут лобовое стекло есть. Но лобовой пластик. Я понял. Сейчас скрутится. Брюки превращаются легким движением. Да. Опа. Что, вывозить там, будем? Нет, сейчас смотрим, как это все складывается. Чик. Так. Так. Залей это популярно в России. Я сейчас на телевизор, уже когда я велосипед, камера. Камера, генератор. Главная тяга фонари. Рулевое. Видишь? Да. Рычаги. Гвинотель, термос давай. Да. Термос давай. Она чай нальет. Термос давай. Дисковые тормоза. Шины от камы. Ну не от камы. Сюгар. Шины здесь швальбы немецкие. Кама. Алюминиевая рама кресла. И она же палатка. Вот это все раскладывается. И от ветра укрывается. Не только. Руками показывает поворотники. Электричество. Это слышно на весь Омск. Ага. Замолкают. Гвинотель, я у тебя стрелю сигаретку, пока никто не видит. В общем, Гвинотель уже собирается выезжать. Буквально через некоторое время стартует в Новосибирскую область. Так что встречайте его там. Да, байкеры Новосибирска, встречайте Гвинотеля. Отогревайте, поедете чаем, шашлыками, никакого алкоголя. Новосибирск, I think, Каджо. 9 часов. 4 дня, говорит. 2 дня. Гвинотель говорит, что через 4 дня будет в Новосибирске. Нет, 800 километров. 800. 3 дня уже говорит. 3 дня. Русский хаос, я не знаю. 2,5 дня. Так, у нас здесь сзади подвес амортизационный, электродвигатель. Смотрите, а здесь? Вот это круто. Давай, помогу. Тихо. Рули. Все, сам. Это солом все смазывает, да? Да, это солом. Это фанта. Фанта. Не замерзайка, не замерзайка. Вот почему он не замерз. Не замерзайку. Расскажите, как вы на это решились? То есть я иногда думаю, ехать или не ехать. Dis-moi comment vous décidez de faire cela. C'est pour inspirer tous les blessés du monde entier, moi-même étant blessé à l'armée. C'est pour dire que tout est possible dans la vie. Et c'est un message d'espoir pour dire voilà, que même si c'est dur, on est heureux. C'est blessé, accident, hélicoptère, cassé. Поехать по всему миру показывать. Ну, в общем, наш гость решил после аварии, он служил в спецназе, попал в аварию, повредил позвоночник. И раз выжил, значит, ему уже теперь ничего не страшно, поэтому отправился в кругосветку. Да. Merci. Спасибо.
испытательный заезд перед основным выездом. Ой-ой-ой-ой. Наши русские пацаны показывают французу, как они умеют гонять по льду. Ой, так не едет, отлично, какая. Игорь, у меня не едет машина, так и плохо. Эка мало отвело, себе, а? Да. Что он говорит? Нормально едет, пойдет. Сколько мотор ватт? Дмитрий, вы demandez votre moteur, je ne sais pas le mot. Assistance, assistance. Не, а сколько ватт? 1200. 1200? Ватт? Да, ватт. Mais j'utilise pas beaucoup, c'est quand monter. Чтобы подниматься. Я до сих пор не представляю, как он поедет. Я вот пока вот стою здесь, уже замерз. Волосы скрипят педалями. У нас есть Миша, отличный комментатор. Я Миша, комментатор. Дайте мне палку, я снимаю. Привет, дорогая сестра Ирина Кузнецова Якимова. Я тебе пишу из Омска, видеозапись. У нас тут такой человек с Франции, с Парижа. Должна его знать, он, наверное, на весь мир прославится. Женевье. Женевье, можно тебе? Вот он, Женевье. Je n'ai pas d'argent. У меня сестра во Франции, систер во Франции. Вот на такой повозке он передвигается, на электроприводе, педали, генератор, аккумулятор, шины запасные. Он же является и палаткой, это все опускается от ветра. Единственное, что у него вместо лобового стекла лобовой пластик. Вот здесь все откручивается. Это все раскладывается. Дисковые тормоза, педали. Сиденье удобное. Независимая подвеска, алюминиевая рама. Самодельная конструкция. Это солнечная батарея. Solar battery. Владивосток. Владивосток. Цепляем багаж. Так. Помолясь усердно Богу, отправляется в дорогу. У нас сегодня бенефис Михаила. 41 год было 28 октября. Ты... Большой мальчик стал, двое детей. Ты стал разведен. Есть квартира, машина, два мотоцикла, дача и гараж. Портсигар импортный, отечественный, золотой. Не женат. Не встречаюсь, свободные отношения. Еще такая зажигалка есть, нет бензина. Видишь, искра есть, но чтобы она не угасла, надо, чтобы в твоем сердце была любовь. Понятно. В общем, ты ищешь любовь. Любовь. Я на ютубе размещу. Размести. В общем, девушки, если вы хотите познакомиться с Михаилом, пишите в комментариях. У меня мама хорошая, пироги печет. А вот уже и Оксана идет с термосом. С термосом с чаем. Все так тепло одеты, только наш французский друг одет как-то не очень. Сахар, сюгар. Положь куда-нибудь, положь. Положь. Ну тогда сюда насыпать. Для сахара насыпать. Надо, ты не понял. Ну, заодно отпразднуем Новый год. Да подожди, какой Новый год? Ноябрь еще. Посевский поединок. Ноябрь, байкерский Новый год. Открывай. Термос, давай. Да. Сколько сахара? Да. Сколько? Пять. Сыпь пять. На этой ему. Просто в шоке. Он немножко. Нормально. Оксана, вы donnez un chapeau plus. Не, это... J'ai déjà le... Comment ça s'appelle? Миша. Ну. Чё? Он говорит, уже... Сергей? Я видела, что папаха, щеки не закрыты. Она вот так только. А это закрывает жук. Ява называется, ява. Бери. Если сильный ветер, вот это все закроется. Да. Да. Не понимаешь, что это. Ноу, точно ноу? А возьми. Вот это бери. Вот так, смотри. И на балалайке еще. Попробуй. Навьё, муха не сидела. Все пути. Да. Плотно, не пути, а плотно прилегает, чтобы ветер не шел. Да. Сам Лёва. Семью? Привет, из Сибири,
Паша, у нас тут медведи ходят, греются, на балаках играют в подъезде. Вы там ничего не откручиваете, пацаны? Ему еще ехать далеко, ничего не трогать. Наш французский друг уже похож на русского. На русского мужика. Друга. Как Ява тебе, как Ява. Ява взял я на халяву. Ребята, ему валенки. Ага, он взял? Ему есть валенки, просто да. Штаны, как сапоги. Шубинки. Сапоги там есть, короче. Сапоги тоже одели. А куда это все он упаковал? Все упаковал. Все упаковал. Есть. С собой взял, да? Ну, да. Значит, не замерзнет. Валенки, надеемся. Сапоги. Пирожки. Ну. Ну, Après. Объелся, короче. Счастливо. Bon chance. Merci beaucoup. Bon chance. Merci, спасибо. Из Японии пишите, из Америки пишите, как доедете. В общем, ребята, вот такой вот у нас получился сумбурный репортаж. Ну, как все у нас в России, я думаю, наш французский друг понял, как здесь весело. Алло? Ему еще до самого Владивостока придется ехать. Алло. Да. Пока. Ага. Ушел. Говорит, жарко. Да, посылка, машину себе поставь. Ну вот, а потом будет холодно еще дальше, поэтому в шапке хорошо. С вами был я и он. Его вы знаете, а меня узнаете потом.